начнем с того, что, во-первых, с этого года вступил в силу в ГОСТ, который указывает требования к хостелу, требования к малым средствам размещения, такие как мини-гостиницы, домашние гостиницы и так далее. То есть хостелы можно размещать в жилых домах, нежилых домах, вход может быть общий. Указываются нормативы по койко-местам, по номерам и так далее. То есть нас начали защищать. Плюс дополнительно сейчас вносятся поправки в жилищно-гражданский кодекс, которые окончательно должны нас узаконить. К сожалению, сейчас поднялась волна силами рук госпожи Хованской, депутата, которая пытается, так скажем, закрыть данную отрасль, ликвидировать ее как факт. Это будет невыгодно никому, ни потребителю, ни государству. Почему? Потому что что такое хостел? Хостел – это экономичное средство размещения для малобюджетного туризма. Слушайте,